пацаны, это шок! Смотрите, включаю первую. Значит, едем покупать мой мотоцикл на 6 тысяч рублей. Рома хочет стать байкером. Круто. А Диман меня решился обучить быть, так сказать, моим инструктором. VIP-инструктором. Восход 3М. 3М, блядь, заводит столько столкача. Ну что, Ром, давай садись. Давай. Ну давай заводи, что ебать. Поехали, так, толкаем. А, ну куда, подожди, давай. Ну, а ну, что тут? Надо, тормоз-то надо, тормоз-то где вообще? Надо его завести, короче, что, если заводится, то берем. Да? Все, давай, пацан. Давай, ты толкни его, короче, на... А, тебя толкну, да, наверное? Да. Давай, куда, может, по прямой, куда? Как давай, давай. А тормоза-то есть? Есть. Давай, Ром, толкай. Давай, давай. Завелся. Огонь. Я там не завелся еще. Нет. Не разбейся, малой. А как он? Так он кричит. Все, умер. Ну что, Ром, тебе нравится? Да вообще огонь, слушай. Это чудо моей мечты. А он хвосты держит? Да, он хвосты держит. А что сейчас заглох? Там сейчас он. Что-то пошло не так, да? Номера даже висят, смотри. Засними, даже номера есть. Все. Старый еще. Да, почини все. Ну что будем делать-то? Ну что, давай берем, наверное, что. Ну что, мне на этой хуйне домой ехать? Да. Не, ну ты хотя бы на поле, да, я тебя на поле уже ясен. Базаришь. А что так решил подать, кстати? Не катался? Громкий. А? Громкий. Громкий для только? Для города громкий. А ты в городе любишь кататься? Да. Что, 6? Все зафиксировано, претензий нет, мы тебя не обманули, ничего, все правильно. Покупка прошла успешно. Покупка прошла успешно, все. Че, ты его заведи нам только, хорошо? Мы тебе потом ссылочку пришлем на канал. Че, давай опять толкай его, короче. Давай. Я поснимаю. Что, прямо, да? Да пацанам под шаманить поедем. Все работает. Все равно не доедем. Приехали. Все, ты катался? Надо пару больше тебя скупал, да? Просто очко лучше. Давай, толкай. Давай. Мопед у нас сломался вот тут немножко, в общем, вот взять его на буксир, вот Рома из трусов вытащил резинку, вот привязал, все, погнали, сейчас полетим нахуй.
Ну тебе бензин как воняет. Блядь, переливает на бур. Да? Да. И мотор кизай. Хуй пойми, 6 тысяч рублей еду. Давай, все, погнали. Все, поехали? Нам надо через ЖД пути переехать. Поехали? Да, давай. Все, снимай. Снимаю. Все, я там. Давай, заталкивай вот лево. Сейчас, а. Здесь, может, не очень ударится. Не. Еще четкие есть, например. Четкие, четкие, четкие. Пацан даже четкие в панике не забрал. Бля, их скрести. Сеточка, блядь, какая-то нахуй. Это что, блядь, ветки не залетели. Не, ну цилиндр, смотри, какой свежий, прям покрашенный или что, он вообще новый просто. Он походу новый. Он все, бензин у нас. А что он не закрывается? Она все, она же это, быстросъемная, вот так типа открыл. Ее даже крутить не надо. Так. Закрыто. Давай, погнали. А вот это что за какой-то? Это кран. Закрывай бензин. Погнали, давай. Давай. Ты знаешь, что сделай? Вотни первую передачу. Да. Да, возьми вниз. О. Ну не так, блядь, сломаешь ножку, ты ёпта. Попробуй. Короче, в гору заедешь, а потом сцепление отпусти. Сейчас я, она не стала, например? Да хуй его знает, толкай. Нет, не стала. Давай еще раз. Сломали. Отпусти сцепление. Ну к ней едет. Все стоит типа? Не знаю, не едет. А, все, да. Вот сцепление выжимай. И когда назад покатится, ты это. Отпускай сцепление, как тормоз. Понял, работаем. Нет. Понял, нет? Чтоб я уехал. Когда ты уедешь? Чтоб назад не укатился. Давай. Контент уебучий. Какой контент? Давай. Давай, давай, пошел. Давай, давай. Ну что там? Давай еще раз. Я маму шатал, пошли вон там раз в год нормально. Давай, вот отсюда, вот эти. Да брось его, поехали домой. Все, давай, садись, поехали. Звони этому Егору, которого покупали. 6 тысяч возвращал? Да. Все, бабки въебаны нас. Обратно продадим ему. Давай, тачка поедет, сейчас садись. Я тебя здесь толкну. Садись, сажусь. Давай. На спидаке 140 просто. Все, включил? Хер знает. Вроде да, вот включил, давай. Бля, я... Как будешь давать? Я снимаю, подожди. Отлично, почти завелся, Ром. Ты все проебал. Алло. Пацаны, это шок! Смотрите, включаю первую. Я первую включил. Он назад едет! Мы его в обратную сторону завели! Что-то у нас, сука, в обратную сторону заводится. Алло, Егор, привет. Слушай, короче, от тебя доходи, уехали, прикинь, он нас заглох, короче. Да, ты... Он в обратную сторону заводился. У тебя был такой вообще, нет? Был, да? Что делать? Да хрен на это, назад едет, ты прикинь. Да не, ну понял, да, короче, что, надо нейтралку скинуть, на нейтралке прокатиться, первого ебать, сцепление отжать, погнали, да? Все, понял, давай, на связи. Его Егор зовут? Да. Ну, отлично. Уже есть какая-то информация. Да. Универсальная инструкция, да, по запуску мотоцикла «Восход». Значит, да, что там? Надо разогнать на нейтралке? Да, въебать первую передачу, сцепление, газ в пол ас и погнал. Нам. Бля, пробуем. Пробуем. Блин, жалко, никто заснять не может, потому что мы вдвоем. Давай, резкий рывок, стой. Давай, давай, пошел. Посмотрим, что в нем есть у нас. Я так понимаю, это багажный отсек. Охуенно. Old school. Слушай, нам наши даже ключи придать дали. Заебись. Слушай, ну, богатая комплектация для 6 тысяч рублей, я считаю. Бля, набор ключей. Как стень снимается?
Попробуй здесь вверх поднять. Хуй. Нет, там какой-то штырь у нас, смотри, есть. Вот тут, смотри, штырь есть. Попробуй его нажать или что? Вот это? Да, нажимай. Вот, и давай. Ух, нихуя себе, ебать. Все как просто оказалось. Ну, свечи на магнитике, смотри, есть. Прикольно, еще магнит, шайбочки в подачу. Фига, вот эта технология. Так, давай бак снимать. Держи. Бак как? Сначала это шланг там отсними с бака. Шланг. Ты на крышку не наступай, ну что ты? Ну, мопед еще. Вот шланг сними. Вот это? Да. Закрывай, закрывай. Я потиху. Все, уже боссался весь мопед у нас, смотри. Все, надо теперь. Надо было сначала закрывать, блядь, а потом вытаскивать. Логично. Хуй. Назад его стаскивай. Я упрусь, давай. Отлично. Ебать, сейчас. Да нет, что двухтактный мопед, в принципе, нормально. Нормально еще. Да. Давай сюда. Давай компрессию замерим. Давай. Так, давай, компрессия. Газ полаз. Давай, да. Так, еще два разочка. Два. Ты так ножку не бросай обратно, что ты ее бросаешь? Ну, короче, сколько там? Ну, нормально, 8 килограмм есть. В принципе, должно работать. Уже радует, компрессия есть. Пацан сказал, что? Капиталка там, да? Второй ремонт. Да, 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 да. Типа, блядь. Огонь, нахуй, 140 на нем ебашил. По максимуму стрелку клал, короче. Сколько пропек на нем? 36 тысяч. На туре 36 тысяч? Да. Да ладно. Если 36 тысяч прошел. Да пиздешь, смотали по-любому. Отвечаю, пятый круг. Перекупы ебаные. Перекупы парильного говно ебаные. Лампочка немножечко нестандартная. Там щель небольшая. Там щель небольшая, да, чуть-чуть. Ну, в принципе, похуй. Да, молодец, молодец. В принципе, заебись. Молодец. В принципе, все. У тебя есть навыки, я смотрю. Навыки, да, есть. А что было с лампочкой-то? Перегорело просто, прикинь. Там пес охуел, он нахуй сзади, блядь. Ушел аж. Слушай, я не знаю. Пиздатый мотоцикл вы купили, мне нравится. Классный байк. Куда? Назад давай и налево поедем. В принципе, так тоже можно кататься. Заебал просто вот это вот так. Вот так прошла покупка нашего супермотоцикла. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы пытаемся его починить. Если не получится, мы его просто сожгем. Всем счастливо!